Всем привет! На этот раз мы будем повторять еду из Икеи. И сегодня в меню миндальный торт. Вкусно. Поехали! Обжариваем миндаль на сковороде. А также миндальные лепестки. С помощью блендера измельчаем обжаренный миндаль. Готово! Теперь отделяем белок от желтка. И взбиваем его до состояния пенки. Добавляем сахар и продолжаем взбивать, пока не получим такую вот консистенцию. Теперь добавляем измельченный миндаль и перемешиваем. Готово! Время вспомнить свое творческое прошлое. И нарисовать два равных круга на пергаменте. Выкладываем на них полученную смесь. Отправляем наши будущие коржи в духовку примерно на 25 минут, пока они не станут такого вот золотистого оттенка. После коржей на очереди крем. Ставим сотейник с водой на средний огонь. Сверху кладем стеклянную миску. Добавляем сливки с желтком и взбиваем, пока они не станут похожи на сгущенку. То, что нужно. Теперь добавляем сливочное масло и взбиваем до однородной массы. Крем готов. Приступаем к сборке торта. Равномерно покрываем первый корж кремом. Кладем на него второй корж и также покрываем его кремом, не забывая про боковые стороны. Для выравнивания используем лопатку. Теперь финальный штрих. Посыпаем торт поджаренными миндальными лепестками и отправляем в холодильник. Миндальный торт из Икеи готов. Пальчики оближешь. Выглядит даже лучше, чем оригинал. А если вы хотите увидеть, как мы повторяем и другие знаменитые блюда, обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!